Всех приветствую. У нас какой-то нон-стоп у меня получается, потому что я предыдущую лекцию затянул из-за неисправности аппаратуры. У нас сейчас лекция первая по курсу, которая называется «Разработка программного обеспечения для GNU Linux». Меня зовут Георгий Курячий. Я сотрудник факультета вычислительной математики и кибернетики. А еще я сотрудник компании Basalt SPO, которая занимается российскими дистрибутивами Linux, линейки Alt, пожалуй, самая старая линейка из российских Linux. Вот. Так что я более-менее в теме этого дела. Вот. В дальнейшем я еще немножко расскажу, когда придет время, про то, чем я занимаюсь в компании Basalt SPO. Но это не суть. Важно то, что так или иначе, этот курс у нас, кстати, не первый. У нас такой же курс был в прошлом году, и похожий курс был в былые годы. Вот. Соответственно, этот курс является спецкурсом кафедры СВК. Домашние задания по нему делаются где хотите, и я еще желающим выдаю аккаунт на моей виртуалочке, вот, на моей рабочей машине, прямо в, ну, внутри виртуалочки рабочей машины, прямо у меня в базальте, вот, там можно будет все делать. Именно на этой виртуалочке, кстати сказать, я буду все примеры отщелкивать, чтобы тем из вас, кто захочет туда поиметь аккаунт, было, ну, чтобы вы могли воспроизвести все то, с чем мы сейчас работаем. Вот такие дела. У нас сегодня такая вводная лекция, она даже имеет нумерацию 00, но в действительности, как я писал, у нас есть, кстати сказать, я забыл сказать, у нас есть чатик в Телеграме общий, в который мы обсуждаем вопросы, связанные с лекциями. Сейчас там три контингента, это слушатели вот этого курса, слушатели курса по питону факультетского и слушатели курса по питону для начинающих, которых я тоже туда пригласил, вот. Так что, если вы обладаете скиллом объяснять что-то начинающим программистам, не стесняйтесь объяснять. Ну вот, значит, чатик у нас есть. Да, так вот, значит, и сайтик, как вы видите. Нынешняя лекция вводная. Она посвящена не разработке как таковой, а тому инструментарию, который мы будем использовать в ее процессе. Здесь надо сказать, что я делаю некоторое допущение, что люди, которые пришли на лекцию, посвященную разработке в Linux, имеют некое представление и некоторый ненулевой опыт о том, как в этом самом Linux вообще себя вести. Я имею в виду операционную систему Linux, разумеется, не ядро. Вот. А значит, это не означает, что тем из вас, кому это все в новинку, те из вас, кому это все в новинку, ничего не поймут. Просто вам будет сложнее, ибо кое-какие автоматизмы, которые, значит, при разработке под Linux формируются, эту самую разработку существенно упрощают и ускоряют. Соответственно, вот без таких автоматизмов вам будет сложнее. Давайте посмотрим еще, чтобы не быть голословным, что у нас было в прошлом году. Вот. Да. И будем считать, что примерно такой же план лекции у нас поджидает и в этом году. Значит, вводная лекция будет про Shell и Git. Кстати, надо переименовать все-таки. Почему она нулевая? А, потому что она не про разработку. Да? Дальше мы будем понимать, как в этом вашем Linux себе организовывать сборочное окружение, то есть такую штуку, внутри которого эта разработка вообще возможна. Это будет на следующей лекции. Вот. На следующей лекции мы немножко въедем поглубже в командную строку, ибо у нас такая специфика нашего курса, что мы все делаем из командной строки, даже там у нас редакторы в командной строке, отладчики в командной строке. Вот. Это, кстати сказать, позволяет полноценно использовать аккаунт в виртуалочке, потому что туда только по SSH можно зайти и получить только командную строку. Вот. Дальше у нас будет разговор, как собирать проект из многих файлов. Вот. Дальше у нас и, соответственно, про то, как устроены инструментарии автоматизации, оркестрации, когда нам нужно, ну, скажем, из многих-многих файлов пересобрать только один. Там у нас был Make в прошлый раз, может быть, в этом году тоже будет Make. Вот.
Дальше у нас будет разговор про зависимости и как мы ставим сборочные зависимости, и как мы проверяем их наличие, чтобы, значит, наш проект заведомо не, чтобы наш проект начал, не начал собираться, а потом сказал, у вас библиотеки нет. А сначала сказал, у вас библиотеки нет, я собираться не буду. Ну и воспринял некоторые особенности. Да, там бывает, что условные зависимости, когда нет библиотеки, ну и ладно, не буду с ней собираться. Ну, так вот. Дальше пойдет разговор об отладке. Вот. Дальше пойдет разговор о трассировке и защите памяти, то есть, грубо говоря, об использовании стрейса и этого самого Валгринда. Вот. Дальше пойдет разговор о тестировании, точнее, о инструментариях, с этим связанных. В основном юнит-тестинг будет. Вот. Дальше пойдет речь о переводе, точнее не о переводе, а о интернационализации локализации, как сделать приложеньку одновременно на нескольких языках. Вот. Дальше речь пойдет о техническом документировании, как писать хорошо документированный код и потом из него выгонять техническую документацию. Вот. Дальше там такая волшебная лекция под названием «Инструментарий». Мне кажется, что она про ГТК какое-то была. Давайте посмотрим. Да, забавно, она была про Glyph и про Gobject, то есть про то, как написать объектную программу на C. Вот. Довольно интересная штука. Понятное дело, что несколько такая эзотерическая, но именно ее эзотерическость меня привлекала, потому что я все пытался выбрать какой-нибудь инструмент, там, написать на GTK что-нибудь. Ну, на GTK, ну подумаешь. А тут вот объектная программа на C. А вот что будет дальше, я не скажу, потому что вот эта лекция «Скриптовые языки обработка текстов», она была двойная для курса «Парадигмы программирования одновременно» и для нас. Возможно, я не стану это повторять в данном этого курса. Ну и дальше у нас будет какой-то разговор про пакетирование, почему вот, вот, ну то есть про деплоймент вашего приложения, которое вы написали под, под Linux, как именно она попадает в эти самые Linux, и непонятно, почему тут два темы. А, потому что div patch, понятно. Значит, отдельная будет тема у нас про накладывание патчей и вообще работать со сторонними исходниками. Интересная. Вот. И отдельная тема, собственно, про дипломе, то есть как ваше поделие будет попадать, собственно, в эти Linux, там, в виде пакета или в виде чего-то. Ну, в общем, вот примерно такие планы у нас на семестр. Я надеюсь, мы все успеем. Вот. Но чтобы мы это все успели, мы должны, собственно говоря, заняться основным инструментом, который, собственно, напрямую с разработкой не связан, а именно тем, как сам процесс разработки вести. Вот. Значит, хочу сказать, что у нас не будет глубокого анализа, как работать с Git. Я постараюсь за сегодня рассказать все основные пункты. Вот они. Вот. Если не успею, значит, буду потихонечку наливать в следующие лекции каких-то значит, дополнительных нужных сведений. Вот. Но лекции по совместной разработке у нас в следующем семестре. На питоне, правда. Но по совместной. Вот там будет гид более подробно рассмотрен. Давайте начнем прямо сначала. Еще раз повторяю, поскольку у нас специфика такая, что все, что мы делаем, можно будет делать удаленно на аккаунте виртуалочки, если вам такой нужен, я его вам выдам. Вот. У нас довольно много. Давайте я закрою это остатки от предыдущей лекции. Вот. У нас довольно много будет посвящено тому, как это все происходит в командной строке. Давайте с этим разберемся. Значит, я рассчитываю на то, что вы знакомы с концепцией командной строки, поэтому очень бегло просто их повторю. Те, кто из вас ну, не в теме, те, значит, пожалуйста, где-то найдите чуть более подробный рассказ. Вот. И главное, привыкайте к тому, что мы ею пользуемся. Вот. Интерфейс командной строки – это такой способ человек-машинного взаимодействия, когда, который воспринимается как диалог между двумя как бы сущностями, это пользователь и компьютер. Вы, значит, компьютеру даете какие-то команды. В действительности не просто компьютеру, а программе, интерпретатору командной строки. Интерпретатор командной строки эти команды интерпретирует.
делает соответствующие из них выводы, возможно, что-то исполняет какие-то действия, а потом отчитывается перед вами о том, какие он действия исполнил. В данном случае я попытался скомандовать интерпретатору команды строки под названием Z-shell, вот, ну или, грубо говоря, shell. Это команда-интерпретатор для Linux, один из. Кстати сказать, в macOS, кажется, Z-shell вообще по умолчанию в качестве командного интерпретатора. Вот. А Z-shell мне ответил, что та команда, которую ему выдал, в действительности таковой не является, поэтому он ничего делать не будет. Да? Если бы я сказал по-другому, ну, вот, допустим, вот так вот, вот, Z-shell бы воспринял, что такая команда есть, и он ее выполнит. Итак, первый принцип, даже первые два принципа, это принцип диалога. Один говорит, другой интерпретирует, другой отвечает. Теперь я интерпретирую, потому что я здесь проинтерпретировал это как сообщение об ошибке, а вот здесь я это проинтерпретировал как выполненное задание. Да? Вот. Анализирует результат, дает следующую команду, другой интерпретирует, что-то делает, выдает результат, ну и так по кругу. Диалог. Это принцип номер один. Принцип номер два. Это, кстати сказать, мы его прямо сейчас наблюдаем. На самом деле еще принцип номер ноль, конечно, есть, который состоит в том, что мы обмениваемся текстами, и именно на тексты идет упор. Да? Я скомандовал, моя команда была в виде текста, я получил ответ в виде текста, я, ну, короче, вот. Это был принцип номер ноль, да. Диалог текста. Принцип номер один – это диалог. Принцип номер два – я, как видите, без дополнительных инструментов у меня управляющий поток данных и, собственно, поток данных совмещены в одном и том же интерфейсе. Вот этот вот эмулятор терминала, который называется Xterm, одновременно служит и для ввода-вывода содержательных данных, и для диагностики. Ну, давайте попробуем. Давайте вот так сделаем. Скажем, hex dump. Ну, нет, это, наверное, будет сложно. О, хорошо, так. Read A echo $. Ну, даже не так, вот так вот. Равно-равно, доллар A равно-равно. Только A большое. Вот, пожалуйста, две команды. Это микропрограмма из двух команд. Я сейчас попытаюсь их выполнить. То есть я вот их ввел сначала. Теперь будет интерпретация. Что сейчас происходит? Что висим? Мы читаем со стандартного ввода содержимое переменной A. Прочитали. Выводим на стандартный вывод результат. Вот, пожалуйста, диалог, при котором ввод и вывод, вот это была управляющая команда, вот этот ввод, это был ввод данных, а вот этот вывод, это был вывод данных. Вот. Однако, есть и другие варианты. Вот это был ввод данных. Ой, нет, не сработало. А как же? А как же так сделать? А, ну, пожалуйста. Вот. Вот это был ввод данных. А вот это был управляющий вывод, диагностика относительно того, что команды ехцу не бывает. То есть, как видите, и управление, и передача содержательных данных происходит через одно и то же место. В действительности это не так. Мы знаем из курса операционных систем третьего семестра, что поток стандартный вывод и поток стандартный вывод ошибок на самом деле разделяются. Ну, допустим, вот если мы сделаем вот так вот. Видите, ехца в О не попало, а если АЕЧ в О попадет. Куда попал вот этот вывод? Он попал в файл O. Почему? Потому что стандартный вывод я переправил в файл O. Почему вот эта штука все равно вылезла на экран, несмотря на перенаправление? Потому что это стандартный вывод ошибок, он не был перенаправлен. Ну и наоборот, да. Нет, вот так вот. Два. Вот теперь я перенаправляю стандартный вывод ошибок. Обычный вывод идет на экран, ошибка ведет не туда. Видите? Вот. Тем не менее, это вот ухищрение такое, нужное нам для того, чтобы удобнее управлять, разделять управление и данные. Но общий принцип состоит в том, что вот в одном и том же терминале эта вся фигня идет.
Почему именно так устроен основной интерфейс в этом вашем Linux, а не по-другому? Ну, во-первых, ответьте мне на вопрос, как по-другому управлять системой целиком. Вот. Но это даже не важно. Важно то, что во времена, когда создавались подобного рода системы, там Unix, которым Linux наследует, вот, основным инструментом управления были сначала там, не знаю, перфокарты, на которых писались программы, или там ленточки магнитные. А диалог происходил так. Была опечатная машинка и принтер. Ну, короче, электрическая печатная машинка. Ты набирал на клавиатуре какую-то команду, она, значит, лезла в компьютер, а компьютер тебе печатал на печатной машинке ответ. Вот. Называлось автоматическое цифровое печатающее устройство. Ничего, алфавит цифровое. Ничего удивительного, что диалог сформировался таким образом, что вы набиваешь что-то как на печатной машинке, дальше отправляешь, дальше тебе печатается ответ, ты его видишь на бумажке отпечатанном, снова набираешь и так дальше. Построчность. Вот эта построчность, она в очень многих интерпретаторах командной строки сохранилась. И помимо того, что она наследует вот этому глубочайшему легаси из середины прошлого столетия про электрические печатные машинки, она еще удобна тем, что оба этих потока являются потоками. Смотрите, я сейчас напоминаю о том, что так или иначе все должны более-менее себе представлять, заходя на этот курс. Это не означает, что если вы этого совсем не представляете, то вам сюда путь заказан. Нет, потому что мы-то будем пользоваться самими утилитами, так сказать, в утилитарных целях, извините за тавтологию. Вот. Но заглянуть куда-нибудь, где вам про это расскажут более аккуратно и подробно, я настоятельно советую. Вот. Значит, что еще, о чем еще мы говорим, когда говорим про работу в командной строке. Когда мы работаем с командной строкой вот, конкретно шельной, то бишь командным интерпретатором линуксовым, который называется shell или bash или zshell, ну, в общем, каким-то таким. Как правило, помимо функции ввести команду и интерпретировать ее, у shell есть еще два очень важных дополнения. Первое дополнение – это редактор ввода. Вот. Вот The Shell, как видите, я тут поставил такой плагинчик, который нам раскрашивает ввод в процессе его ввода из соображений, значит, синтаксически его проанализировать. Вот. По-моему, очень красиво выглядит. И вообще редактор ввода в The Shell достаточно, ну и в Bash тоже, на самом деле, достаточно развесистый. В нем есть, помимо, значит, обычных команд вставить символ и удалить символ, в нем есть очень много всякого, ну, полезного. Вот, например, я тут замапил переход по словам, да, home-end какой-нибудь, там, ну, вот удалить слово Ctrl-W, ну, в общем, удалить всю строку можно, Ctrl-U. В общем, редактор командной строки – это прям целый редактор, у которого есть свои законы, удобные. Во-вторых, есть такая штука, как история. Тут показан последние 20, что ли, команд, или там 15. А на самом деле она, как видите, бесконечная. У меня вот 20 тысяч команд сейчас. 20 тысяч 11 штук команд в истории. По этой истории можно осуществлять поиск. Например, нажимаешь Ctrl-R, Reverse Search, и он тебе ищет самую последнюю команду, которая содержит, ну, например, слова hex. Вот, пожалуйста, какая-то, значит... Кстати, сегодня мы эту команду будем, я надеюсь, успеем... Ровно ее успеем, значит, потыкать. Да? Давайте еще раз поищем. И еще раз поищем. О! Минус Т. Хиксдаун. Ну вот, пожалуйста. Да, значит, что я сейчас проделал? Я поискал с помощью ключа, с команды, с помощью управляющей пассивности Ctrl-R в истории, вот этой вот 20-тысячной истории моих команд, которые я оподавал zshell, я поискал команду, которая есть слово hexdump, или точнее hex, нашел ту, которая меня интересует, отредактировал ее после этого и выполнил. Вот вам еще одно удобство. Вот. Пожалуй, самое главное удобство, с которым мы будем часто встречаться, скажем так, с которым зрители и слушатели будут часто встречаться, потому что я это делаю на автомате и, разумеется, буду это делать все время, это так называемое достраивание в шелле, когда мы, набирая команду, немедленно нажимаем tab, чтобы шелл сам додумал за нас, а что мы хотим сделать. Ну, например,
Вот я нажимаю МЦЕ. Само по себе МЦЕ, как видите, из того, что он красный, означает, что такой команды нету. Но я нажимаю Tab, и ZShell говорит, так, команд на МЦЕ всего одна, это МЦЕдит. Ты же его хотел. И он запускается. Или я нажимаю vimt. Нажимаю Tab. Он говорит, на vimt начинается всего одна команда, vimtutor. Ты же его хотел. Вот. Или я нажимаю vim, или там vi, нажимаю Tab. Он говорит, так, чувак, а вот на vi начинаются вот столько команд, ты какую хочешь? Ну, я, например, говорю, какую там, vim минус, и снова Tab. Он говорит, так, на vim минус начинается три команды, ты какую хочешь? Я говорю, g, и нажимаю Tab, gtk2. Вот теперь, значит, он запускается, кстати, не запускается в gtk2, интересно, почему. А, он просто не стоит, наверное, у меня. Ну-ка. Стоит. Что не так я делаю? Ну, не важно. Возможно, тут что-то. Ну, короче, без... А, потому что он называется Vim. Вот если бы он назывался Gvim, он бы запустился так. Ну, не важно. Важно то, что, пожалуйста, вот разные команды, значит, табом умеют как бы подбираться. Более того, ZShell и Bash тоже, ну, я пользуюсь ZShell, такой умный, что он, например, может... Я нажал hexdump минус tab, и он говорит, так, вообще-то у hexdump есть вот такие ключи. У hexdump конкретно. Ты какой хочешь? Вот. И то же самое там с многими-многими другими программами. Последнее время модно, когда вы пишете утилиту, сразу под нее подкладывать completion, то есть достраивание для соответствующей shell и zshell, что там fish очень любят, и, значит, bash. Вот. Пожалуйста. Всеми этими штуками я буду пользоваться в течение лекций своих на чистом автомате, потому что это как бы часть моей работы, и мне очень трудно запретить себе это делать. Поэтому большая просьба относиться к ситуации, когда я что-то такое быстро-быстро набираю, потом щелк по табу, оно само набралось, как к тому, что я удобно настроил себе работу в командной строке, и так у меня действительно это происходит. Вот. Да, не относитесь к этому как к чуду, не относитесь к этому как что-то так, к чему-то такому, что вам недоступно. Это, в общем, вещь, которая так или иначе есть у всех. Вот. Такие дела. Это что касаемо возможностей командного интерпретатора. Я сказал, что две возможности добавляются, что он редактор. Первая возможность, что он интерпретатор командной строки, вторая, что он редактор, а третья возможность шелла, что он язык программирования. На самом деле на шелле можно написать что угодно. Вот. И есть такие люди, которые, значит, предпочитают писать именно на шелле. Последнее время, значит, поскольку я довольно много занимаюсь не только написанием программ на шелле, но еще и чтением и эксплуатацией программ на шелле, мое мнение о том, что шелл прям суперский язык программирования, пошатнулось. В нем есть несколько темных углов, куда с некоторой вероятностью можно дойти, и там становится мутно. Вот. Но, в принципе, идея, что те команды, которые вы подаете с командной строки, будучи сложены в скрипт и обмазаны там условными операторами, операторами цикла функциями, что вот это все в точности в таком же виде, но в скрипте лежит, это хорошая идея. И не исключено, что shell-скрипты мы с вами будем как минимум читать, а возможно даже и писать в процессе нашего вот с вами, знаешь, с вами работы. Последнее, что хочется сказать... Это, собственно, про терминал, про вот этот вот квадрат. Значит, исторические терминалы были, как я уже говорил, такие печатные машинки с клавиатурой. А потом, значит, бумажку в них заменили на лучевую трубку, которая умела только буковки писать. И вот с тех пор эмулятор терминала выглядит как такая дорогая программная имитация вот такого рода аппаратного устройства. С точки зрения нас, как людей, работающих с Linux, терминал – это не только способ вводить и выводить текст. Терминал – это еще два дополнительных важных свойства, которые мы постоянно будем пользоваться. И опять же хочется, чтобы мы не относились к ним как к чудесам, а относились к ним как к чему-то, что происходит вот в реал-тайме, в реал-лайфе. Свойство первое – это способность терминала интерпретировать некоторые символы, которые мы ему подаем, не как символы, а как управляющие события, которые управляют системой, скажем так.
самый типичный такой, такое, такая элемент управления, это Ctrl-C, всем известный. Да, если мы запускаем программу, которая что-то делает, мы можем ее попробовать остановить, нажав Ctrl-C. На самом деле Ctrl, почему Ctrl, не знаю. Ctrl-C. Что в действительности происходит, когда мы нажимаем Ctrl-C? Поскольку это терминал, и это просто устройство передачи данных байтов туда-сюда, поначалу происходит примерно то же самое, как если бы мы нажали, скажем, Ctrl-A. Смотрите, нажимаю Ctrl-A, что происходит? Передается символ Ctrl-A. Давайте проверим, что это такое. Это всего лишь байт с кодом 1, как видите. Да? Вот 16-ричный дамп нам сказал, Ctrl-A – это символ с кодом 1. Так вот, когда мы нажимаем Ctrl-B, будет символ с кодом 2, Ctrl-C туда передается символ с кодом 3. Но, в отличие от Ctrl-A и Ctrl-B, Ctrl-C внезапно терминалом, точнее операционной системой, которая под знак терминальной линии, обрабатывается как сигнал. И вместо того, чтобы в программу нам приезжал символ с кодом 3, программа получает сигнал. Я забыл, какой сигнал, кажется. Вот. Соответственно, если программа умеет такой сигнал обрабатывать, значит, она его обработает. А если не умеет, вот как CAT, значит, его обработает система. А как система обрабатывает сигнал? Конкретно этот останавливает программу. Вот таких управляющих элементов в терминале несколько. Вот, их можно посмотреть командочкой stty. Вот. Вот вам, пожалуйста, значит, Ctrl-C, Ctrl-Backslash – это страшно всех убить. Это удаление символа, это удаление строки. Еще есть EOF. Вот, пожалуй, про EOF тоже расскажу. Еще один способ остановить программу CAT – это передать ей конец файла. Но в отличие от Ctrl-C, который передаст сигнал, Ctrl-D – это такая штука, которая говорит, вот у вас тут ввод происходит со стандартного ввода, с терминала. Так вот, когда вы нажимаете Ctrl-D, программа получит сообщение о том, что ввод закончен, что файл закрыт. Вот. Стандартный ввод закрылся. Поэтому, когда мы говорим там какой-нибудь cat, мы можем сказать Ctrl-D, что при этом произойдет? Стандартный ввод закроется, cat прекратит свою работу. Не убьется сигналом, как в случае Ctrl-C, а именно говорит, все, как бы файл stdin закрылся, Mavr сделал свое дело. Вот. Ну и вот тут еще какие-то настройки, тут уже как бы не важно, важно понимание того, что дополнительное свойство терминала номер один – это свойство некоторые символы считать, некоторые вводимые символы считать управляющим. Второе свойство терминала состоит в том, что он не просто выводит байтики. Руро задает вопрос, редактирование командной строки делает терминал или shell. Вот это делает терминал, а всякие более хитрые штуки, вот такие, делает shell. То есть Ctrl-C до shell даже не доходит. YOL 2 это какое-то легаси страшное, которое предусматривало еще один альтернативный символ конца строки, end of line. Ничего не знаю. Это какая-то вот древность, восходящая к начаткам Unix. Вот с тех пор я ее никогда не использовал, а в те поры я еще не родился. Поэтому не могу ничего ответить на вопрос сокращенца. Вот. Так вот, shell даже не получает вот этот Ctrl-C. Потому что перед тем, как что-то передастся shell, это все хватает терминал, превращает его в сигнал, и shell уже получает сигнал. Shell уже получает вот такое. Да? Вот. А вот это, все эти последовательности обрабатывает shell. Второй способ, второе свойство терминала, это его способность выводить на стандартный ввод. Хороший вопрос. Хорошо, значит, Руро задает вопрос, а как вообще терминал узнает, кому послать сигнал? Очень просто терминал узнает, опять-таки, смотри курс операционной системы пятый семестр, с конкретным терминалом по вводу. Может быть связан только один процесс. Вот выводить на терминал может очень много процессов. Ну, давайте я это напишу, да, там вот. Значит, while true, sleep do. А, даже не так, while sleep 5,
do echo 1 done. Вот цикл, который выводит раз в 5 секунд на терминал единичку. Вот он. Вот так он, эта программа, кусочек, запущен новой копией шелла. Этот кусочек шелла вот так запущен. Вот это точно запущена новая копия шелла. Вот так эта копия шелла связана и по вводу, и по выводу с нашим терминалом. И когда я нажимаю Ctrl-C, это, она прибивается. Вот так эта копия shell запускается так называемым фоновым процессом. И она по выводу связана с нашим терминалом. Сейчас вы это увидите. А по вводу нет. Потому что я ввожу, и вот происходит с другой программы. Я таких копий могу запускать много. Они сейчас будут наперебой мне печатать эти единички. Видите? Ни одну из них по Ctrl-C я установить не могу, потому что ни одна из них не связана с терминалом на ввод. Да? Вот. Как сделать так, чтобы их всех поубивать? Они мне надоели. Их надо все поубивать, надо сказать им kill. Вот. Или закрыть терминал. Поскольку, когда мы закроем терминал, вывод будет делать некуда, все эти программы тоже закроются. Ну, давайте так и поступим. Закроем терминал. Вот. Поэтому ответ на вопрос, как терминал узнает, кому пересылать сигнал, очень простой. Та программа, которая связана по вводу с терминалом, она сигналы получит. Последнее свойство терминала, и мы уже все-таки давайте... Да, так тут уже пошли какие-то более хитрые вопросы. Я думаю, что мы профессионалы в чате сами разберутся, или мы это обсудим в нашем чате в большом, в телеграмном, а мы перейдем к следующей теме. Значит, вернее, к концу этой темы. Еще одно свойство терминала, которое мы все сейчас перед собой наблюдаем, и, возможно, не все задумывались, почему оно такое, это почему на терминале бывают разноцветные буквы. Вообще говоря, байты, а терминал – это устройство приема и передачи байтов, не бывают зеленые, голубые или, скажем, желтоватые, как сейчас. Они еще не бывают там синие, ну, короче, цвет... Вот, желтый, фиолетовый, не бывает серый. Как же так происходит, что при выводе на терминал буковки внезапно окрашиваются? Оказывается, все до смешного просто. Просто некоторые байтики, которые выводятся на терминал, обычные байтики, воспринимаются им, терминалом, не как то, что нужно немедленно в виде буквы написать на экране, а как так называемый управляющий или escape последовательность. Вот. И выглядит это совершенно простым образом. Мы говорим, и мы выводим на экран что-то типа escape, скобка 34.m1m. И у нас внезапно весь вывод, эта управляющая последовательность перекрашивает весь вывод в синий цвет. Escape, скобка m, и она перекрашивается обратно. Escape, скобка, ну не знаю, там 2m. Это был escape. Escape, скобка, 2m. И у нас получается какой-то, видите, полутемный шрифт. Escape, скобка 1m. Еще один. Escape, скобка, там, не знаю, 7m. Вот. Это, кстати, так называемый стендаут, когда нужно четко выделить. Вот. То есть можно перекрасить цвет, можно в некоторых случаях включить подчеркивание, можно, ну, в общем, управляющая последовательность. Наконец, некоторые последовательности вообще сейчас давайте только заресетим это все. Escape, скобка M. Заресетили. Escape, скобка. Если мне не изменяет память, изменяет. Как же я забыл. Ну, в общем, есть, например, управляющая последовательность, которая переставляет курсор куда-нибудь на... Вот курсор, вот этот курсор переставляет на нужное место экрана. Таким образом, мы можем рисовать, воспринимать наш терминал не как принтер, который бумажку выводит последовательно, а как прямоугольник с произвольным доступом на экран. Вот. И это на самом деле все равно одностороннее устройство. Мы просто говорим, так, поставь курсор туда и выведи что-то туда. Нет, я все-таки хочу узнать позиционирование курсора сейчас. Так,
Это что? Это репорт. Это он может рассказать про курс Transition. Репорт. Нет, G это по-моему, стереть кусок экрана, а я хочу наоборот. Так, ну давайте попробуем. Если нет, я знаю, что надо делать, но давайте попробуем. Ага. Во! Escape скобка аж большое. Смотрите, что сейчас произошло. Я вывел escape последовательность. Escape скобка 3, с точки 3, колонка 3, аж большое. Это означает переставить курсор в позицию 0, 1, 2, 3 и там вывести ку-ку-ку. И она там вывела ку-ку-ку. Да? Вот давайте сейчас так сделаем. Escape, скобка 10, точка запятой 10, аж большое. О, видите, да? Значит, курсор переместился в позицию 10-10 и только там вывез. Таким образом, можно писать под терминал так называемые консольные приложения типа MC-Edit. Или МЦ, да? Вот. Что при этом происходит? В действительности, при этом с терминалом происходит дикий обмен вот этими escape-последовательностями, которые все перекрашивают, переписывают, пишут одно вместо другого. На самом деле, весь обмен с терминалом все равно последовательный, туда-обратно. Вот. А имитация вот такого вот красивого прямоугольника, на котором происходят, находятся какие-то события, это вообще... делать специальную библиотеку. Кстати, эту библиотеку мы будем использовать ближе к концу наших лекций. Вот. Терминал. Наконец, в вашем Linux, которым вы будете пользоваться, как добыть эмулятор терминала? Как правило, это называется эмулятор терминала. Извините за тавтологию. Вот. Лежит он где-нибудь, ну, в дистрибутивах Linux он лежит в разделе системные. Вот. Сейчас я попробую показать это. Давайте мы тут запустим кнопку запуска. Кнопка запуска. Вот меню приложений. Добавить. Открыть. Вот, предположим, вы пользуетесь каким-то дистрибутивом, в котором есть такая прекрасная кнопка пуск. Давайте мы ее вниз. Да? Вниз мы ее поставим. Это сделаем. Вот. Вот такая кнопка пуск прекрасная. Да? Вот менюшки. Вот у нас должна быть система. Консоль. Вот терминал. Или XTERM. Вот терминал. Эмуляторов терминала может быть много. Он не обязательно должен быть один. Вот другой эмулятор терминала, совсем по-другому устроенный, красивый. Вот это самое. От подсистемы KDE. Да? Вот я пользуюсь XTERM, люди еще чем-то пользуются. Вот так его и находят. Давайте мы его убьем. Не хочу. Не хочу. Мне не нужна эта кнопка пуск. Я без нее отлично справляюсь. Такие дела. Это что касаемо, где искать эмулятор терминал. Окей. Предположим, вы добились какого-то Linux, что-то куда-то поставили, при этом вы не получили там, допустим, аккаунт на виртуалочке, ну, потому что виртуалочка ССХ, вы хоть хотите на своей машине все попробовать. Вот. А у вас там даже никаких, ну, не знаю, компилятор не стоит. Вы говорите... GCC. Оно говорит, сам ты GCC. Ну, тут он говорит, что есть GCC, а вы, у вас там нет. Что это означает? Ну, сейчас у нас нет времени про это разговаривать, поэтому просто поймите, что для того, чтобы заниматься разработкой, нужны инструменты разработки. И это не только компилятор. Это, например, нужные библиотеки. Это, например, какие-то инструменты сборки, о которых у нас дальше пойдет речь. Там, оркестрейшн, вот это все. Эти все инструменты в вашу Linux-систему должны быть установлены как пакеты. Вот. То есть, как вы, допустим, ставите там, ну не знаю, свой любимый текстовый редактор туда с помощью пакетного менеджера, также ставите все остальное. Вот. В разных дистрибутивах, вообще говоря, даже именование этих пакетов может быть разное. Ну, потому что это зависит от того, как придумал мейнтейнер этого пакета. Вот. Иногда бывает так, что вы ставите большой метапакет, там приезжает все сборочное окружение. Иногда бывает так, что надо ставить все понемножку. Я, наверное, буду показывать на следующих лекциях, какой именно пакет нужно поставить в дистрибутив линейки Alt, чтобы все заработало. Вот.
Просто для примера, я не могу показывать на всех дистрибутивах разных, да, вот буду на альтовых показывать. Вот. Чтобы вы знали, что да, бывает такая ситуация, что на конкретном, в конкретной установке просто нету того, что вам надо. Теперь, собственно, важные вещи, про которые, ради которых задумана эта лекция, на них осталось примерно час, чуть меньше, 50 минут, вот мы эти 50 минут потратим. Вещь первая – это Security Shell. Security Shell – есть инструмент получения терминального доступа к удаленному серверу по сети. Такие инструменты существовали с момента изобретения сети, даже чуть раньше. Но за время своего существования они претерпели очень существенные изменения. Предыдущий такой инструмент назывался Telnet, и в каких-то древних книжках по Unix или раннему Linux вы можете это самое слово Telnet даже увидеть, у меня даже стоит, увидеть. Значит, собственно, идея очень простая. Вместо терминального устройства, которое подключено там, к последовательному порту и железка, или которое подключено к виртуальной терминальной линии, к нему привязан вот такой эмулятор, к этому терминальному устройству привязывается сетевой демон. А вы пользуетесь клиентом, который, например, называется Telnet или SSH, который по определенному протоколу к этому демону пересылает те же самые байтики, получает в ответ те же самые байтики. Вот. Ну и получается такая штука, что вы видите прям терминал-терминал, только та машина, к которой он как бы подключен, находится где-то с той стороны интернета. Вот. Например, так устроен наш Linux Prat, но команда Telnet обладала одним волшебным свойством. Она вообще никак не шифровала трафик, в том числе логин и пароль, которые она передавала. То есть любой человек, который подглядел сетевой трафик, осуществляемый с помощью программы Telnet, видел ваш логин и пароль и мог его тоже, им тоже воспользоваться. Есть даже такая программа под Linux, пакет, он только под Linux, он вообще под все Linux-системы, называется DSNIF, который знает там порядка 4, что ли, десятков протоколов, из которых можно при подглядывании трафика выудить логин и пароль. Вот. Поэтому в какой-то момент решили придумать другую программу, которая бы что-нибудь такое, ну, как бы как-нибудь защищала бы. И тут возникла, в общем, довольно сложная проблема. Тут вот заметка идет, что дешевое сетевое оборудование идет с Telnet'ом по умолчанию. Кстати, да, но не потому что, а потому что просто оно очень дешевое и не предполагается, что его как-то будут администрировать, кроме как вас. Да. Тут спрашивают, опасно ли играть в муды. Ну, слушайте, если вы боитесь пропинать пароль свой логин, то да, опасно. А если не боитесь, то нет, не опасно. Давайте начнем с демонстрации того, как это работает, а потом расскажу, какая под этим, под капотом стоит технология, хотя бы чуть-чуть расскажу, потому что это нужно понимать. Работает это довольно просто. Мы говорим SSH, ну, скажем, минус V, и дальше куда хотим зайти, ну, скажем, Linux Prat. При этом мы еще можем указать, какого пользователя мы хотим там, вот так вот. Вот. А Linux Prat это, ну, давайте не так, давайте сначала какой-нибудь вот так вот, да? Вот. Минус V я задал, чтобы мы увидели трафик обмена всякой информации между двумя хостами. Вот. И в результате, как видите, ничего практически не изменилось. Здесь написано вот так вот было все это время, а теперь написано вот так вот. Я продолжаю работать, только обратите внимание на то, что набор файлов сильно изменился, и вообще этот греб – это моя машина на факультете вычислительной математики и кибернетики. Я сейчас в данный момент работаю в терминальном сеансе компьютер, который находится, ну, там, в нескольких десятках километров отсюда, а мог бы в нескольких тысячах километрах находиться, не вопрос. Вот. Соответственно, давайте приглядимся к логу, который тут произошел. Значит, мы пошли на 22-й порт, на этот самый греб. Нас там ждали. Подключение по 22-му порту. Дальше мы попытались применить... Обратите внимание, никакого логина, пароля мне не спрашивали. Я сейчас расскажу, почему. А, нет. Давайте сделаем не так. Давайте сделаем не так. Давайте мы сделаем по-другому. Export SSH LSOC равняется ничего.
О, значит, вот теперь получилось более правильно. Значит, мы попытались присоединиться к удаленному серверу, подключились по соответствующему порту. Дальше мы стали выяснять, а вообще говоря, сейчас я пытаюсь понять, где тут написано, что это тот самый сервер. Он в этот момент должен был... Во! Дальше мы пытались выяснить, а вообще говоря, это тот сервер или не тот? Выяснилось, что это сервер тот. У нас его идентификатор хранится в специальном файле Nonhost. Про ключи мы сейчас поговорим. Мы пока про сеанс. Вот. Дальше он... Это означает, что мы с гарантией осуществили подключение к правильному серверу, что никто нас там не намутил чего-то. Вот. И дальше он спрашивает, собственно, логин у нас был Джордж, надо ввести пароль какой-то. Вот, мы вводим пароль, он говорит, пароль хороший, можно работать. Вот удаленное подключение с использованием пароля. При этом и весь трафик шифруется, и логин, пароль шифруется тоже. То есть в сети видны только, что это протокол ССХ, а что там этот ССХ несет в себе, расшифровать, ну, условно говоря, невозможно. То есть, ну, если у вас используется хороший ключ защиты, ну, тяжело. Вот. Это поверхность. Да, соответственно, таким же образом можно к праху там присоединиться, ну, вот куда угодно. Под поверхностью лежат всякие интересные штуки. Вот. Штука номер один. Это вопрос, а как мы узнаем, что между нами и... Штука номер ноль. Что за алгоритм шифрования используется в протоколе ССХ? Используется так называемый асимметричный способ шифрования, который состоит буквально в следующем. Вот симметричный способ шифрования, когда у вас есть пароль, с помощью которого вы шифруете данные, и с помощью этого же пароля эти данные дешифруете. То есть вот вы рассказали вашему товарищу пароль, зашифровали данные с помощью этого пароля, переслали их через интернет, никто не может прочесть, кроме вашего товарища. Ваш товарищ, знающий ваш пароль, получил эти данные, с помощью этого пароля расшифровал. Хорошо? Удобно? А если таких товарищей 20? А если вы не всем из них до конца доверяете, ну просто потому, что некоторые из них рассеянные, а некоторые завтра станут не товарищами, а они знают ваш пароль? Для того, чтобы переслать защищенно данные вашему товарищу, этому товарищу надо рассказать пароль. Неудобно. Что-то здесь не так. Ну, не говоря уже о известной пословице, что знают двое, знает весь мир. Да? Значит, так работает симметричное шифрование. И сначала некоторый энтузиаст, криптоэнтузиаст 80-е годы, фамилию не вспомню, у нас не тому посвящено занятие, почитайте, в Википедии даже это есть, изобрел чисто теоретически возможность, просто еще не изобретя алгоритма асимметричного шифрования, он изобрел, как его можно использовать. Предположим, сказал он, что шифрующий пароль и дешифрующий пароль у нас разные. Потом оказалось, что они еще и могут поменены быть местами. Любой из этой пары может быть использован как шифрующий, и второй будет при этом дешифрующий, наоборот. Если шифрующий пароль и дешифрующий у нас разные, то мы можем организовать защищенную пересылку данных, не распространяя дешифрующего пароля. Смотрите, в самом деле, я беру, генерирую вот эту пару. Шифрующий пароль, дешифрующий. Дешифрующий пароль называю закрытым ключом и говорю, вот этот дешифрующий пароль я никому никогда ни при каких условиях не передаю. Я его страшно храню где-то вот в защищенном месте. А шифрующий пароль, говорю, раздаю всем. Говорю, смотрите, вот это мой шифрующий пароль. Хотите переслать данные мне? Шифруйте моим паролем. Никто, кроме меня, не сможет это расшифровать. Мне проезжают какие-то данные, я расшифровываю своим паролем. Я точно знаю, что никто, кроме меня, не может расшифровать, потому что никогда никому его не передаю, секретный свой ключ. Данные, зашифрованные моим открытым ключом, могу расшифровать только я. Защита. Обратная ситуация. Я говорю, другой Петя, пришли мне, пожалуйста,
файл. Но только чтобы это был точно ты, никаких подмен. Петя говорит, да легко. Берет свой закрытый ключ, который никому никогда не показывает. Шифрует с помощью его файл, присылает мне. Я беру открытый ключ и дешифрую. Все могут дешифровать Петин файл. Никто не может подделать Петин файл, потому что зашифровать его он может только сам закрытым ключом. Это называется электронная подпись. Вот вам, пожалуйста, два алгоритма. Потом этот алгоритм изобрели. Вот. На основе там взаимопростых чисел. Потом его реализовали. Вот. Потом выяснилось, что он очень тяжелый и что на самом деле ключи надо, значит, таким образом шифровать, а трафик можно шифровать открытым ключом, который в процессе будет генерирован. Но это уже не очень важно. Вот. Мы будем с вами считать, что Secure Shell пользуется вот этими парами асимметричного шифрования. Единственная проблема с асимметричным шифрованием – это атака под названием Monkey in the Middle. Вот. Когда... Давайте попробуем найти в интернетах. Атака под названием Man in the Middle. Картинку давайте. Ой, какие они сложные картинки. А вот хорошая картинка. Вот смотрите. Тут, правда, какой-то ARP-кэш, но общая картина очень, очень правильная здесь вот нарисована. Значит, не читаем вот это. Смотрите. Тоже плохо. Да блин. А красивую картинку? Интернеты. Чего же вы не можете красивую картинку показать? Окей, давайте на пальцах объясню. Вот их трое, да? Алиса присоединяется к Бобу. Боб говорит, соврал. Значит, в чем главная проблема? Главная проблема – это идентификация Боба как такового. Когда вы только устанавливаете в самый первый раз в жизни сеанс связи, вы не знаете, к кому вы подключаетесь, к Бобу или к кому-то еще. Да? Когда мы заходим на удаленный сайт, мы должны знать, что это именно он. И этот удаленный сайт предоставляет нам ключ какой-то. Ну, вот у меня большой список этих ключей. Да? Вот там греб есть, например. Вот. Этот удаленный сайт предоставляет нам ключ, и вот по этому ключу мы его идентифицируем. Если мы этого ключа не знаем, то непонятно, как мы его получим. Потому что если мы получили через интернет, а вдруг там этот Мэлори взял и подменил, когда мы пошли на сайт Боба, он сказал, так, перехватил наш трафик, пошел к сайту Боба, Боб ему выдал свой открытый ключ, он перехватил его трафик, превратил в свой открытый ключ, мэлоревский, пришел к нам, к Алисе. Алиса зашифровала открытым ключом Мэлори данные, и теперь эти данные может расшифровать Мэлори. Зашифровать открытым ключом Боба, переслать Бобу. При этом ни Элис, ни Боб не знает о том, что происходит подмена. Почему? Потому что Элис не проверила, является ли открытый ключ Боба действительности открытым ключом Боба. Потому что отказался открыть ключ Боба. Мэлори. Все просто. Ретрансляция с подменой ключа. Поэтому, когда мы первый раз присоединяемся к удаленному хосту, нам нужно проверить, что этот ключ действительно такой. Как это обычно делается? Публикуются эти ключи в открытый, в каком-то достоверном другом источнике, через другой канал, который нельзя перехватить. В более сложных случаях распечатываются на бумажке. Вы смотрите на бумажку, чтобы, значит, оно совпадало. Ну и так дальше. Вот. Давайте посмотрим, как это происходит in real life. Значит, мы, допустим, хотим присоединиться на этот самый Linux Prag наш. А где Linux Prag-то? Он на самом деле греб, да? Ну хорошо, давайте тогда греб, господи. Что, мне лень, что ли? Вот удаляем его из списка этих самых известных ключей. Вот. И этот тоже удаляем. Да сколько их тут? Все, больше нет. И пытаемся зайти на греб. CSMCS. Он говорит, смотрите, дорогие друзья, говорит он, вы ходите к какой-то неизвестной машине. То есть это греб, у него есть вот такой адрес. Но он ли это, я не знаю, вот его ключ. Точнее, не сам ключ, а отпечаток. Это он или нет? Надо посторонним каналам это проверить. Ну, мне не нравится. Сейчас. Минус О.
В Visual Host Key, по-моему. О, вот. Значит, когда я передал ключик, параметр минус Visual Host Key, мне сказал, слушай, ну вот смотри, вот, вот это фингерпринт, но ты же не знаешь его наизусть. Вот тебе картинка. Вот эту картинку я помню, она напоминает стрелочку, которая указывает в правый нижний угол. Вот она. Подделать фингерпринт или подделать вот эту картинку так же сложно, как подделать стрелочку, поэтому я говорю yes ему. Вот. И дальше он говорит, ну что, хорошо, мы тебе поверили, что это тот самый был hotkey, да, и дальше можно уже вводить пароль. Эй, не попал. Вот. Что сейчас произошло? Сейчас произошел первоначальный обмен ключами, и чтобы, значит, никакого вот этого Mallory у нас посередине не произошло, мне был сначала показан этот ключ и предложено проверить, он ли это, или произошла подмена. Ну, поскольку я хорошо помню вот этот фингерпринт, он действительно похож, я сказал, что да, это он, сказал yes, и дальше мы запомнили содержимое этой штуки. Вот. Это был ключ не ваш, это был ключ хоста, да? Это был тот ключ, который с хост генерировал, потому что мы вообще убедились, что мы туда, куда надо идем. Дальше, как видите, произошел заход по логину пароль. Вот. Вы можете эту ситуацию немножко исправить, если сгенерируете свой собственный пару ключей, открытый-закрытый, и разрешите удаленной машине логиниться по этому закрытому по предоставлению соответствующего ключа. Как это устроено? Это я на гриппе. Сейчас я попробую где-нибудь так сделать, чтобы там ключей не было нужных. А, вот Linux Prag. Ага. Вот пароль я не знаю. Я тут только, вот на этот Linux Prag я вообще только по ключу могу зайти. Окей. Сейчас, секунду. Вот, да. Во. Сейчас все сделаем. Вот. Вот мы, значит, находимся на машине, с которой мы пытаемся зайти куда-нибудь наружу. Ну, в интернет какие-нибудь, да, там. Вот. Ну, кстати, это тот же фингерпринт. Ну-ка. Это тот же фингерпринт. Вот, смотрите, тот же фингерпринт. Ну, значит, никто нас не обманул. Yes. Логин-пароль просит. Не хочу логин-пароль. Что я должен сделать? Вместо авторизации по логину-паролю я могу для ССХ настроить так называемую авторизацию по ключу. Как это делается? Надо сгенерировать пару ключей. Вот они сейчас, их нет. Теперь я сейчас скажу с hagen key. Keygen, извините. Вот. Он по умолчанию будет, ну, скажем, RSH-ный. Это, в общем, не важно. Давайте, что ли, сделаем его беспарольным пока. Вот. Вот у меня сгенерировался пара ключей. Вот это закрытый, который никому не показываю, это открытый. Теперь я должен вот этот открытый ключ доставить до той машины, на которой хочу засыхаться. В данном случае до грепа. Давайте я зайду за ССХ греп. Да, сейчас давайте так вот сделаем. Вот. В раздел Authorized Keys. Вот взять и дописать сюда ключик. Один. Вот он. Вот этот ключ. cat.ssh id rsa pub. Вот. Дописать его вот сюда. После чего файл authorized keys. После чего меня начнут вот отсюда, вот с этим ключом, пускать вот сюда. Давайте это проверим. Опа!
пароль перестали спрашивать. Почему? Потому что мы предоставим ему ключ. Он говорит, ну, ключ годный. Тут написано, что с ним можно логиниться. Значит, можно. Альтернативная схема этой штуки такая. Тут я, видите, все сделал руками. Мне пришлось сначала зайти. Но мог я сделать и по-другому. Я мог сказать... Вот видите, не пускает, удалил. Я мог сказать так. SSH copy ID. На этот самый греф. Да. А, господи, греб с сенсором. Это скрипт, который делает то же самое, что я сделал при вас руками. Да? Он редактирует вот этот файл authorized keys на грефе. Давайте мы его посмотрим сейчас. Вот он. Теперь мы, значит, запустили скрипт, ввели пароль. Ну, неправильно я ввел пароль. Другой пароль. Вот. Ввели пароль. Он говорит, смотрите, я добавил ключ. Смотрим. Да, он добавил ключ. После этого мы можем зайти на греб без пароля. Последнее, что следует знать про эту схему SSH-шную, это что в действительности беспарольные ключи – это очень плохо. Их, в общем, лучше не использовать. Предпоследнее. Их лучше не использовать. Ой, удаляем его. Это плохой ключ, негодный. Вот. А лучше использовать ключи с паролями. Ключи с паролями делаются так. Делаем SSH-кейген и на вопрос... Ну, yes. И на вопрос о пасфразе набираем пасфразу. Вот. Кстати, вот вам фингерпринт красивый. Что он напоминает? Слона он напоминает в шапочке. Смотрите, такое, значит, вот оно. Богатое такое индийское убранство, да? Тут цветочки, шапочки, такие вот глаз. Вот хобот такой загнутый. И у него на хоботе тоже какой-то наконечник. Слон. Вот. Это уже хороший годный ключ, потому что у него есть пасфраза. Он защищен пасфразой. Давайте мы его тоже скопируем туда. Скажем, copy ID. Вот. Напоминаю, что я тот ключ удалил. Мне нужно один раз ввести пароль. Вот. И теперь мы можем ходить на греб по этому ключу, который будет автоматом браться. Вот. Правда, к нему нужна пасфраза. Да? Да блин. Я забыл пасфразу. А что было не так-то? А, знаю. Вот. Внимаем вопрос. Зачем мы поменяли шило на мыло? Зачем мы поменяли логин по паролю вот этот на логин по ключу, который я еще тут же забыл? Хотя там вводить пароль, здесь вводить пароль. Ответ два. Первый. На всех разных машинах у вас разные логины и пароли. Их надо все помнить. Если у вас на всех машинах один и тот же логин и пароль, шансов, ну, допустим, у вас их 10, шансов, что вы его продолбаете, в 10 раз больше. Логин от ключа один, и этот ключ хранится в потайном месте, до которого вы его никуда не копируете. Да, то есть идея состоит в том, что у вас один логин и пароль на все места, куда вы себя пустили. А вторая идея состоит в том, что вы его можете вводить только один раз. Для этого вам надо, и это последнее, что хочется сказать про эту тему, для этого вам нужно запустить специальную программу, которая называется SSH-агент. SSH-агент запускается так. Ну, можно так запустить, просто SSH-агент. Но для того, чтобы он заработал, нужно, чтобы вот эти переменные были в переменах окружения. Поэтому давайте его прибьем. Ну, или вот так сделаем, скопипастим всю эту фигню. Вот. А что теперь происходит? У нас есть запущенный агент. Вот он. У него процесс 4, 6, 7, 3. У него есть место для аутентификации. И в него сейчас не добавлено ключа. Мы можем добавить в этот агент ключ, нами сгенерированный. Ой. А, не здесь. Не здесь, не здесь, не здесь. Я тормоз. Вот здесь, извините. SSH-агент. Спускаем агента. Выполняем все вот эти команды.
Или давайте даже не так сделаем. Давайте мы сделаем вот так вот. Eval SSH-агент. Что при этом происходит? При этом вот выполняется вот эта команда, а результаты ее выполнения подстанавливаются с помощью eval как команды. Таким образом, мы делаем пример, то же самое, что я делал раньше. Запускаем SSH-агент, а потом как бы копипастим вот это. Да? Даже, видите, эхо сработало. Вот. Да? Вот, запущен SSH-агент, у которого нет идентификаторов. Но мы сейчас сюда добавим, который есть. Он у нас один. Да? Добавим туда пасфразу. И теперь у нас всегда в памяти сидит наш, на той машине, где у нас лежит, собственно, защищенный ключ. Это хорошая защищенная машина. На ней в памяти болтается агент. И теперь с этим агентом мы можем ходить куда хотим. Смотрите. Куда мы хотели? На греб пойти. Опа! Ключ был запароленный, но он лежит в памяти агента, и мы отлично приходим на греб. Давайте посмотрим с SSH-V. Во! Что при этом произошло? Зашли на греб, проверили хост-кей. Он у нас, по-моему, где-то в GnomeHost лежит. Вот, вот тут он где-то лежит в GnomeHost. Он известен, значит, греб настоящий греб. Потому что в GnomeHost в четвертой строчке он лежит. Шикарно. Дальше попытались зайти на него по ключу. Какой ключ предлагаем? Предлагаем закрытый ключ RSA, типа RSA вот такой. Это его фингерпринт, точнее фингерпринт открытого ключа. Вот. А, нет, из агента. Сошли с той стороны, он говорит, да, вы тут предлагали вот такой ключ. Мы его приняли. Все, залогинились. Таким образом, каждый раз... Че? Нет, все нормально, тут написано файл system full, мне это не нравится. Что это такое? Ну, неважно. Значит... Каждый раз, когда мы логинимся теперь с этого сайта, где запущен у нас агент, на другие, которые принимают этот ключ, вот этот конкретный ключ, нас туда пускают и не спрашивают пароля вообще. Пароль был спрошен один раз, когда мы запустили агента. Вот такая схема. Значит, еще раз, я где-нибудь найду инструкцию вот, по генерации ключа, ну, по всему остальному, ну, короче, присоединю ее к нашей лекции. Короче, рекомендация очень простая. Значит, генерируем пару. Пара будет запарольная. Запускаем агент с помощью SSH add. Значит, SSH keygen сначала, да? Keygen. Не здесь, не отсюда. Вот здесь вот. Keygen. Генерируем пару. Запускаем агента. Добавляем к ней, к этому агенту, добавляем сгенерированный ключ. Если у нее нестандартное имя, надо еще имя ключа указать. Дальше, пока этот агент жив, мы с этим агентом ходим. У него есть этот ключ в памяти, и он его предоставляет всем, кому мы хотим. Вот такой механизм. Значит, для того, чтобы получить доступ к аккаунту практикума, если вы хотите это делать вот, вот к той виртуалочке, которая я для вас завел, для тех, кому, кто не сможет у себя дома Linux поставить хотя бы виртуалку, вот, вам нужно сгенерить вот такую пару и прислать мне, внимание, открытый ключ. Закрытый ключ вы никому никогда не присылаете. Совсем. Никогда никому. Вот. Я его положу, и вы сможете ходить туда. Вот. Сейчас мы чуть-чуть поговорим про Git. У нас осталось 20 минут. И вы поймете, почему я вспомнил вот эту всю эпопею с SSH и агентом. Значит, еще раз. Да? Вот, вот три команды, четыре команды, которые вы можете использовать. Для того, чтобы скопировать ключ на удаленную машину SSH, используется SSH copy ID. Вот, ну. Так. Удалим этот ключ. Он мне не нужен сейчас. И выйдем отсюда. Вот. Значит, осталось немножко поговорить про Git. Тут, правда, довольно много разговора, но я думаю, что мы успеем. Если не успеем, поговорим в следующий раз. Вот.
Опять-таки, я немного надеюсь, что здесь присутствующие частично представляют себе, что такое гид. Вот. Если нет, то давайте коротко про то, что гид – это такой инструмент, предназначенный для совместной разработки, который, собственно, решает три задачи. Первая задача – это хранение исходного кода где-то в специальном месте на удаленном сервере. Вторая задача – это версионирование, когда вы ведете разработку, вы в какой-то момент говорите, я решил такую-то подзадачу, да, о чем рапортую, и вот такой-то срез всей истории моей разработки содержит мой код с решенной вот такой-то задачей, да, версионирование. Изменены такие-то файлы. И третье – это, собственно, взаимодействие при совместной разработке, о которой мы почти не будем говорить в этом семестре, у нас на этот счет есть в следующем семестре курс про совместную разработку. Вот. Собственно, все. Да? Значит, где-то надо хранить, соблюдать дисциплину ведения версий и пользоваться одним и тем же репозиторием совместно многими людьми. Гид бывает... вообще система контроля версий бывает централизованная и распределенная. Централизованная, когда у вас один сервер, в который все запихивают в одно и то же место. Вот типичный пример современного централизованного системы контроля версий – это Subversion. Вот. А распределенная – это гид, когда у вас у каждого, грубо говоря, свой собственный репозиторий. Вот. А precious source, вот такой общий, финальный, да, релизный вариант, делается путем слияния этих репозиториев в мерж. Вот. Кроме того, когда речь идет о различии между централизованными и распределенными системами контроля версий, как правило, еще ситуация такая, что в случае централизованных систем контроля версий все работают над одним и тем же пространством в репозитории. То есть вот ты запушил, твой товарищ запушил. Соответственно, ты изменил репозиторий, товарищ изменил, а ты не знал, что товарищ изменил, когда ты в следующий раз, значит, оттуда что-то скачал, у тебя что-то изменилось, а ты не увидел. Ну, короче говоря, возможны случаи рассинхронизации, причем довольно жесткие. Вот. А в случае распределенной системы контроля версий проблема другая. Проблема вовремя оповестить друг друга, что у меня в моей, значит, в моей опубликованной, в моем опубликованном гите произошли нужные изменения, которые ты бы, вообще говоря, чувак, замержил бы себе. Да, вот эта вот проблема оповещения versus проблема своевременной синхронизации. Я целиком и полностью топлю за распределенные системы контроля версий, в частности за гид, потому что централизованная система контроля версий провоцирует очень противоестественную дисциплину формирования коммитов. Мы с вами будем говорить про это дело в следующий раз. Вот, видимо, я не успею сегодня, слишком я разболтался. Централизованная система контроля версий провоцирует, в общем, немножко неестественный способ введения коммитов, когда люди весь день хакают, а потом что-то одним махом, значит, затаскивают в репозиторий, и дальше идут всякие такие рабочие моменты, кто в какой момент это делает. В то время как распределенная система контроля версии, она устроена таким образом, что... Поскольку ты пушишь исключительно в свой собственный репозиторий, в который ты больше никому не мешаешь, четкая дисциплина, одно изменение, один коммит. Ну, про это мы еще поговорим. Так, значит, смотрите, я сегодня разболтался, и мне кажется, что за оставшиеся 5 минут, а нам осталось 5 минут, если я не ошибаюсь, вот, мы 7, мы не сможем нормально поговорить про вот этот вот цикл работы в гите, вот. Давайте мы лучше это отложим на следующий раз. Я надеюсь, что кусочек про Secure Shell, он был гораздо больше, чем в прошлом году, что это окажется полезным. И я сейчас скажу, почему это окажется полезным. Смотрите, домашнее задание будет состоять в том, что вы, где-то организуете у себя Linux, в котором будете работать. Какие варианты? Ставите куда-то дистрибутив. Хотите, ставите виртуалку. Даже есть целая лекция про то, как это делается. Хотите, ставите на железку. Короче, какой-то дистрибутив Alt-Linux. Хотите, ставите не Alt-Linux. Если у вас есть какой-то знакомый линуксоид, и это не я, да, и он там любит Ubuntu, не знаю, SUSE, ставьте SUSE. Хотите виртуал, хотите на железку.
Вот. Другой вариант. Вы шлете мне в телеграмку персональный запрос, и я вам выделяю аккаунт на той самой виртуалочке. Туда можно ходить. Повторяю, там я буду все инструменты, которые я показываю, отщелкивать. Поэтому, в смысле, я на них даже лекции буду читать. Поэтому то, что сделал я, можете сделать. Это задание номер один. А вот задание номер два состоит в том, чтобы вы завели себе аккаунт на любом публичном Git-хостинге, чтобы я мог оттуда когда-нибудь сделать клон. То есть у вас должен быть публичный Git-аккаунт. И это должен быть такой аккаунт, в котором вы можете сделать Git-клон, вы и Git-push из вашей Linux-машины. Командой Git-клон и Git-push. И вот эта вещь, да, требует на сегодняшний день в случае GitHub'а SSH-шного ключа. Того самого SSH-шного ключа, разговор о котором мы посвятили большую часть сегодняшней лекции. То есть, что мы делаем? Смотрите. Давайте я проделаю вот эту процедуру, и на этом, собственно, чуть-чуть, может быть, выжру ваше лишнее время, и на этом, собственно, мы закончим. Вот. Вот мной сгенерированный ключ. Тот самый, который я на Linux Practice у нас сгенерил. Сейчас я его добавлю в свой гитхабовский аккаунт. Вот, чтобы показать, как это делается. GitHub. Ну, я тут залогиненный, но это даже не важно. Вот. Берем какой-нибудь первый попавшийся гитхабовский аккаунт, старенький, неважно какой. Вот. Значит, склонировать его, видимо, можно, да? А может, уже и нельзя. Давайте попробуем склонировать. Git клон. Дыдыщ. Он говорит, у гитхаба такой фингерпринт. Ну что, поверим ему? Хорошо, поверим ему. Заработало. Склонировать мы смогли. Да? Ой, я, наверное, смогу и запушить, потому что у меня зарегистрированный ключ. Черт, извините, соврал. Во. Значит, смотрите, вот у меня единственный ключ. Внимание, вопрос. Вообще, смогу ли я остановить что-то с GitHub'а? Не могу. Он говорит, смотрите, невозможно склонировать репозиторий с GitHub'а. Вот. Если вы не предоставили ему ключ. А уж запушить-то тем более. Только ключ. Окей, давайте посмотрим, где настройки у GitHub'а про ключи. Да? Ключи. Ключи. Это где-то settings должно быть, да? Settings. А, вот, добавить ключ. Я знаю, тут наверняка есть добавить ключ. Нет, нету. Тогда вот здесь. Settings. Аккаунт. Не вижу. Профайл. Кто помнит, куда как ключи добавляются? Я уже устал, забыл, честно. А, о, вот, спасибо, дорогой. Спасибо, Руро, точно. Я жду, я просто устал немножко сегодня. Вот, вот мои ключи. И для того, чтобы, для того, чтобы добавить еще один ключ, мы говорим добавить ключ. Он говорит, что это за ключ. Ну, давайте назовем это temporary prac. Ему нужен ключ. Ну, что это за ключ? А вот он. Можно сказать вот так. Только L большое. Вот он, этот ключ. Можно просто сказать either is up, up. Ну, в общем, неважно. Я добавляю этот ключ на GitHub.
Че? А, он мне нужен пароль. Если бы я еще помнил свой пароль, черт. Во. Все. Значит, добавил пароль, ключ. Он называется temporary prag. Видите? Never used. Я еще никогда не по нему заходил. И вот с этим ключом сейчас мне дадут сделать и клон, и push, что важно. Вот. Вот, собственно, извините, что вас задержал, но вот это входит в домашнее задание. Вы должны зарегистрировать свой, создать свой репозиторий где хотите. Но если вы будете создавать на GitHub'е, вам придется создать SSH-шный ключ и его вот так вот разместить, как только что это сделал я. Вот. Собственно, все. Пока что запись на спецкурс не объявлено. Я попробую на неделе сделать место, где мы записываемся на спецкурс. И в чатике это сброшу в большом. Соответственно, в домашнее задание входит добыть себе Linux и завести себе рабочий гид-репозиторий, в который вы будете пушить домашнее задание. Вот. Значит, на будущее, пожалуйста, не затеивайте длинных споров не на тему лекции. Вот на тему лекции можно, не на тему не надо. Тут сокращенец замечает, что да, спасибо, Руро, вот это разговор по теме. Я могу даже не говорить об этом, значит, что клонировать можно, пушить нельзя больше с логином и паролем. Вот. Ну, собственно, в следующий раз мы уже начинаем разговаривать про сборочное окружение, как его организовывать, как оно организуется в Альте, вот про вот это все. Видимо, на этом все. И так уже я немножко 5 минут как мимо темы, мимо времени пропустил. В следующий раз мы внимательно говорим про работу с Гитом. Вот. Напоминаю, что в этом семестре она не входит в основной, так сказать, то, что мы делаем. Ну, просто вот мы про работу с Гитом говорим как про тот инструмент, которым мы будем публиковать домашние задания. На этом, видимо, все. Если есть какие-то вопросы, давайте вы задавайте их, и в следующий раз уже займемся, собственно, почти разработкой.